проходим магазин. А что мы видим здесь? Все, даже яйцо видите тут. Да. У человека родилась да, пятая по счету. Как назвали? Как назвали, еще никак, да? Сейчас отец тут. Татемус. Дочку как будем звать? Лина. Лина. Да, да, да. Поздравляю еще раз. Спасибо. Желаю здоровья. Спасибо. Счастья. Спасибо. Пойдем отца посмотрим. Вот как вот он делает. Вот отец. Отец, выходи. Мы сейчас вот вас отец. В инстаграме будете. Молодой. Как вас зовут? Татемус. Вот. Вот фирменная, фирме, вместе уже туда, как в хирургии нельзя. Вот этот лук. Вот это семья. Вы семья? Да. Это кто? Родственники. Вот видите? Юра. Жены, отец. Короче, вот это зять, я с пальцем некрасиво. А вот это тесть, короче, это семья. Вот смотрите. А вот подойди к нему серьезно. Топорики тут все. Я тебя умоляю. Костер не рушит. Брат, ты как хороший тесто отличаешь. Получается? Если там, ну, хороший, у тебя вот такие нет. Что ж, я скажу, что ты сейчас. Дай ножик. Короче, это зять. Я в шоке. Это зять, а это тесть. Во-во-во. Вот. Семейка, короче, вот так. И у него, да? Подожди, а это у вас пятеро детей выходит, что ли? Нет. Он... Это у меня раб четыре. А, вон как. Вот пятый внучка родился. Пятый. Господи, дай вам Бог здоровья, серьезно. Спасибочка. Сейчас покажу, как дядя Юра делает два, мясо. 2, 4, 6. Мясо, вот он делает мясо. Так он его, так. Вот это вот, смотрите, вот это называется мастер, мастер антрикота, мастер человек просто, с большой буквы. Дядю, это молодой же? Ребер? Да? Ну да, конечно. А такого же ленточками нету? Не, вот это последнее осталось. Ну давайте. И вот это? Дядю, да. Да. Вот это мы последнее забираем. Я сейчас побью, спасибо. Чтобы на брату не кричал, не сказал, иди бей. Да ладно, на паром, да куда прям, да сейчас. Ага, да. Вот. Это ролик пойдет на YouTube. Куда? В YouTube, короче. Да, вот, да, зять ваш знает, что это такое. Там они все, я говорю, там вот такие шланги. У меня все армяне здесь, Вазгиен, Васканян, там еще пацаны. Короче, кто... Ну, армяне здесь же, короче, закольцованы все. Это русских много. Да. Вот он. Так, следующие ребра. Здрасте. Скажите, как он вам нравится вообще? Да, вот он вообще красавчик. Скажите, что, как он человек, а? Суперский. Суперский, да. А яйца откуда он? 980. Вот покупал. Вы покупали? Я свежий, домашний. Покупаю домашний. Так, значит, нам еще здесь не хватает маленьких нюансов. А? Вот этот рагмак, я не знаю, как, что такое рагмак по-русски? Нет, он, это фирма, это, да? Это фирма, это фирма. Дары армянской земли. Не будем. Почему? Не будем. Пожалуйста. Все, сказала все, что ли? Ну, набрали что-то. Так, я все забираю домой. Давай. Вот он, в следующий раз приедем. И рагмак. Меня уже просто денег нету. Уже потратили. Все, спасибо большое. Пожалуйста, на, кушайте, кушайте на здоровье. Хорошо. Я же должен зарисоваться. Да, кушайте на здоровье. Вот я вам говорю, вот человек, да, я вот с ним познакомился не так давно, но я вам отвечаю за свои слова. Это мастер, это семья, которая делает мясо, шашлыки. В любое время дня и ночи звоните по телефону. Даже люля-кебаб. Да. Заказывайте, пожалуйста. Хотите свежий, хотите маринованный, хотите он вам еще и отжарить, поджарить все дела. Да, дядя, спасибо тебе. Давай. Как говорят, как в Армении говорит этот? Цавет. Цават танам. Понимаешь, да? Вот, все. Давай. Шалом, как говорят. Все, давай. Все. Спасибо. Дядя Юрочка, давай, дорогой. Пожалуйста, брат.